Всем привет, ребята, меня Даниил Немец, ребята, и сегодня мы продолжаем играть Sims 2, ребята, извините за что ролик не выходил, то у меня была проблема подключение кабеля было и переходником, с ним мы играем за Петра, я был в депрессии из-за этого, не, нам было все плевать, я был такой как грусти был, не мог снимать ничего, играть. И мы, ребята, продолжаем играть в нашей семье Романовых. Нашего основателя Петра Великого, Петра Алексеевича. Сейчас, ребята, это загрузится, мы будем играть. Какие планы сегодня? Я, ребята, за кадром отправил Мелинду в университет. Она, Даня, знаком с Мелиндой. Пока наш Даня кушает. Наш университетский мужик. Катерина первая спит. Так, а это кнопку надо помыть, походу, ее. Да, помыть. Вот надо помыть. Сейчас Екатерина идет помоет кнопку. Кнопка. Все на это планы. Даня получит стипендию. Он получил стипендию, либо не получал. Так. Сейчас минутку надо знать. Даня знаком с Мелиндой. Тик-тик. Либо нет. Так. Мерелла, Елизавета, Ринга. Так, нет, он не знаком. Он не знаком. Только он видел Герберта Гуди, Алия Го. Ну, Алия. Можно Алию оставить со что-либо. Кати. Ну, Кати, либо Мерелла. В будущем, если не получится с нашей девочкой, то можно так. Таня хоть уроки сделал. Надо знать, Петр на работе наш. Он у нас этот приобитель, ему надо. Ему надо много культуры тела, особенно. Петр можно очень много развивать. Петр не будет никуда покидать участок никакой. Наш мальчик уже хочет что. Так, дорог. Все, дорогой, ты иди убирай. Остатки убирай. Подождите, вымылась бы не вымылась кнопка. Ее хочется побить. Но кнопка. Петр Алексеевич вернулся с работы. Вот будет отказ поцелуй из-за Екатерины. Домашка Ринги. Где Ринга сама? Наша девочка спит. Она хочет получить пятерку с плюсом. Сделай домашнее задание. Так. Чек родился, кнопка заводит потомство. Так. Ага, вот как нужно домашнее задание. Не так уж все страшно. Папа научил ее делать. Да. Делать домашнее задание. Она увлекается развлечением. Наша девочка. Комната такая. Большая. Фу. Надо дверь, ребята. Нет. Минутку. Так. Все отключил, подал свет. Свет камер мотор. Могу сказать, ребята, что я еще комнату нашей девочки Елизаветы сделал. Так, Петру надо что-то заняться чем-то. Чем-то. Так, ему надо сходить в душ. Толкам, тубик полить, вытереть лужу и так, Симба. Где Симба? Симбе кнопки придется обратно заводить потом, что, ребята, то уже гляньте, с какой возраст у Симбы. 7 осталось дней. Ну ладно, Джеки, пускай Джесси будет, Джеки будет. Так, что еще? Петру нужно заняться.
Чем бы заняться? Дочкой. Ох, это плохо, ребята. Мы же Елизавету еще ничему не обучали. А, мама. Значит, тогда папа займется пока что этими делами. Даня поубирает, все. Мелинда уже, как я вам сказал, в университете. Пускай девочка обучается. Потом Майкла Даню мы подведем туда. Катерина может уже все сказать, отпустить уже. Так, и наша маленькая девочка, собачка. У нее характер какой-то рыбы. Она лапочка, грязнуля, половину люка. Умница, не половина, а папа ее. А папа у нее тоже не умница. Потом сделают успехи карьеры. Для тех, кто нужны спушные питомцы. А я как-то забыл. А, это Джесси, это кнопка, то есть. У нас папа Чистюля, то есть Симба. Лапочка. Не торпеда, не. Питомец будет спать, есть на бегу, пить. Только столько всего интересного нужно. Нужно успеть внюхать, перездороваться со всеми, бежать все круги и уделить немного внимания хозяину. А ленивые завалится отдыхать в любом момент вместе сладкий сон им дороже водичку. Катина игры, а уж работа и дрессировка это его. Суета одна. Блин, суета одна, блин. Отпустим, давайте уже. Походу Иван пошел к своей племяннице. Поэтому вот такую прическу Елизавете. Хочу показать прическу, ребята. Вот такая прическа. Ротик. Так. Вот такая прическа. Она на поверить Елизавету, с кем больше дружит. Да. С маленьким щенком и с папой. Мама вообще не друзья. О-о-о. Даже папа больше. То есть дядя дружит больше, чем брат. Родной. Это такая прическа классная. Такие как-то ветушки такие на голове. Папа будет ходить. Учить ходить. Девочку. Да, нужно идти ложиться спать, там вставать в школу завтра рано. Не-не-не-не-не. Екатерина Алексеевна. Не-не-не. Это не надо. Чё, Пётр? Убрать тебе мусор? Чё, иди в туалет. Иван, ну так нравится племянница. Можно оставить так. Пижамка красивая особенно. Походу мы покупали, либо нам дала игра такую пижамку. Так, ты хочешь навык развивать? Пётр, ты где? Да, ничего у нас подарков нет. Кроме торта. Так, где-то ничего. О! Да, не нужно. Нет, вот это хочу. Темности были. Так, у кого еще? О, мы же клинки не ходили. Нам требуется пару минут, чтобы привести себя в порядок, и просто вы верны в себе человек. Хорошо. Да, не ты сделали? Да, делали. Папа, дочка. Дочка как бы такая. Я бы даже мой день рождения будет, не знаю. Так. Так, напалить. Катя, иди почисти туалет. А ты, Петр, иди выброси.
Сорняки надо еще копнуть, убирать сорняку. О, симбику. Мой обнимашки. Чё ты? А, это кнопка. А терпи кнопка это. Это ненадолго. Даже у нас есть даже портрет наших деток. Есть. Блин, мухи достают. А ты деревню снимаешь, что ли, ну? Опа. 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 Петр, походу, привлек внимание свою жену, наконец-то захотел. Блин. И ты, Катя, ура, принёшь. Обнимашки делайте романтические. Обнимитесь хоть, а то время, время. Так. И... А мы будем сейчас дочку получим. Там было молоко, бы не было, не знаю. Не, закончилось. У кого есть много баллов счастья. Папа гдится, у него 11 тысяч. Было 3 стало 600, у мамы 30... О, мол, 34, да, не. 5 750. И в нашей ринге всего лишь... Так, запись идет. У нас там будет 30 минут ролик целый. У нас семья большая, пока у сейчас, ребят, наше древо небольшое. Ветка Петра Екатерины. Даня, Ринга Елизавета. Приходим к Ване. У Вани Майкл, Анна, Варвара. Варвара еще. Петр, ну тебе. Надо кнопкой пообниматься. Кажется. Нет, щенком маленьким лучше. Давайте. Я щенком обнимемся. Давайте пока. Думаем. Щенком у нас есть хрен. Да, терпи. Щенок, потерпи. Который час ничего себе уже пора домой. Блин. Щенок. Ой, я. Вижу твое лицо доброе, Петр. У тебя получилось. Так, что теперь? Почисти. И оно грязное уже. А, пока все такое дешевое. Я, Петр, что будем учить ходить нашу девочку. Учить ходить. Так, мама уже почистила туалет. То есть душ. Собрать девушку и пойти байники. А то повышение так никто не даст. Сколько у тебя тут? 40? Один? 40. Аня, пускай спит. Ринга, вставай. Ты вот еще домашнее задание не сделала. И переодевайся. И Даня. А это кого? Так. Мальчик мой родной. Съемках бабочки летают. Нет, Ринга, ты. Аня встает и идет с тобой. Петр, ты что завис? Теперь посади свою дочку сюда. Ринга. И у Ринги домашка. Можно.
Погода, давай лопал. В дурдоме, ребята, происходит. Нужно еще майку. Блин. Может, я не делал домашнее задание? Может, так просто убрать его? Вот деньги пускай Ринга делает. Таня пускай идет, сходит в душ и поест пускай. Пускай поедет. А папа пойдет пока что. А ты, Клавенька, пойдешь. А задача сейчас уроки быстро сделать. Ну, уроки мои делают. То школу скоро поедет. Петр, не спать. Надо дочь положить. В кроватку еще. Привет, Серинга, давай. Как и фу, поднимай. Наследницы нужны. Наследницы нужны учиться. Да, я должен поесть. Так, сидим с Златиком. Блин. Пей, блин, волнуйся. У тебя и так все хорошо. Я поеду, и будет все хорошо. Я поеду в университет, когда Майкл. Ребята, может, следующая серия будет где-то с нашим Майклом. Занято домашние дела. Так, или пускай Катя уже встает. Петру надо вспомнить себя. А нет, он сейчас да есть. Трешки, да, дело на ваше задание уже. Кнопка на работу. Молодец. Сейчас ты можешь пойти рисовать. Только не говори, Катя, что ты беременна, пожалуйста. Я боюсь этого процесса. А, нет, ты не беременна. Просто пойди тогда и... Учисти миску, напомню. А Тане надо еще сходить в туалет. Сходить. Хорошо, лестница у нас. Сходить в туалет. То есть на работу в туалет сходить. О, ну хорошо. О, хорошо с питомцами дела дружит. Плохо. Плохо. Или дочь не обучили еще. Нет, обучим. На работу сегодня 15. Сказать, Петр спит. А Екатерина Алексеевна тогда себя утирает. Инга, пора на школу. Пойдите, ты застелишь кроватки и бежишь в школу. Пойдешь в школу. То в школу пропускать нельзя тебе. Ты же как наша леди. Наши леди не должны в школу пропускать. Эти школы не пропускают никогда. Идет уже ринг, не жевать успеете. Школа вот так. Шучу. Шучу, ребята, школа в другом месте.
73 школа видна, 74 школа вообще не видна, не знаю, где она. Так. Нужно развивать навыки какие-то. Как бы не надо. О, культурниц. Знаешь, что где? Чтобы стать. Так, чтобы стать успешным этим балетным, это танцовщицей. Ребят, 11 дней. На 7-й день мы уезжаем в этот, на море. Потом за 2 дня едем на море. Тебе деньги купим на море только. А не менее 5000, чтобы на море сидеть. Это на море, Иван, горы. Балет, может, тоже на море. А, надо баяне. Мы баяне изучили. Замета еще спит, девочка моя. Мухи достают. Так, Екатерина получает 1 балл за упорочку. Так. Как я говорил, ребята, я отправил Мелинду уже в университет под названием тех университетов, которые в пустыне. Кто играл, тот знает. Так, сейчас Катя пойдет выполнить миску и выбросить. Походу бы мусорка забилась. Петр выспался. Примем по сне на нервную езду. Да. Какая-то возможность, ребята, надо вот сделать. Так, вытащить старушку. Так, купить нас заплатить. Специальную краску на дерево. Там мы на бедра. Блин. Блин, я не тот обряд. Это Петровская делает, Петр должен делать. Кушаем тортик. Комната для нашей Елизаветы. Посмотрим, что у нас есть в одеждах. Это Даня ходил. Ринга. С понятием кто. Ну, наверное, вот этот. Доченька. Папе осталось немножко. То есть Екатерина Алексеевна, блин, я всех путаю. Вот как не поснимаешь, потом проблемы начинаются. Так, наши. Нормально у всех. Все хорошо. Цена Екатерины, так, она будто это скушает. Без этой бутылочки пускай учится. Пока без бутылочки учится. Это... У нас, походу, это будет день рождения сегодня, ребята. Нет, день рождения у нас не будет. Пусть нас... Пускай играет. А мы с тобой, Петр, пойдем в кровать, заправим, стелим и пойдем. Клад копать. Я покопаем клад. Нет, Екатерина Алексеевна. Какой телека? Нет, Петр, никакой сказки. Дочки. Эй, Екатерина. Нет. Может, у них суббота просто? А, нет, у них все одинаковые дни в году.
Там уже много физиологии нужно. Ребят, там не успеем. Убивать могут. Сейчас дети приедут. На, какая оценка. Так, да, нет, не скатился. Нет, попадай, ищет сейчас. Хочешь спать? Иди поспи. Скорливают все обаяния. Пусть оно пригодится. Вот это вообще. Отправимся там к Майклу, ребята. Петрушка. Так называла Петра Елизавета Петровна, своего племянника. Петр, ты красавчик. А все равно каким вкладом сейчас стать. Прими душу, пока есть возможность. Как же... Может быть, это я назову семейство какого-то искателей. Сейчас две карты нашли. Вот еще раз поищу Екатерину Алексеевну карту. Ребята, тебе надо уже идти на работу ехать. Да. Ребята, как повзрослеет Майкл, мы... Его с его сестренкой, то есть когда сестра Майкла повзрослеет Варвара, мы сразу же отправляем... Да, не университет. Отправляем, да, не университет, и все. Пускай спит, да, не идет. Нет, начало пускай соберет. Это... Я сомневаюсь, что это у нас семья императорская. Может, царская. Вот этот царь. Это и так как богу помазанник. Заник. Скоро, ребята, видео будет подходить к концу. Зря-то пускай играет. Дети пускай спят. Чем одну подстилку еще. Да нет подстилки даже для собак. Собакинов. Там будем писать мне комментарии. Ты плохой. Купи подстилку для собачек. Когда не ложится спать. Только, мне кажется, еще одна карта. А, нет, все. А, она по 400 карта это. Там была карта с битут. Ну что, Елизавета Петровна, как ваши успехи? Все лучше и лучше. Было, она очень на троечку училась. Сломанный компьютер. Подождите минутку. А, мы даже не починили еще. Мы здесь эту семейку посмотрим. А еще здесь. А, на платье. Продолжаем. Так. Так. Дети, пускай. Еще не был твой. Дети. Говорил идти. Такая наша маленькая Елизавета. Ребята, в следующей серии мы уже справим день рождения Елизаветы уже. Справим. Тут кто-нибудь делать уроки будет. Вот Елизавета.
Так, а тут уже есть завета. Давайте пройти дом. Ну, все, ребята. Ну что ж, ребята, всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Данил Немец. Ребята, повторяю, следующий ролик у нас будет у Ивана 5-го с прочими его детьми. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.